субботу весь мир отмечает День холостяка. Праздник возник в Китае в 90-х годах. Китай является бесспорным лидером по перенаселению и единственным государством в мире, где принята программа по ограничению рождаемости. Это и послужило поводом придумать такую дату. Обычно ее отмечают и девушки, и парни. Наша съемочная группа решила спросить у мирницев, какие плюсы и минусы есть в холостяцкой жизни. Вы знаете, мужчина становится живой и бодрый. Он перестает быть заезженным. Ну, конечно, самое счастье в семье. Так как я холостяк, я могу сказать, я себя очень хорошо ощущаю. Я сегодня обязательно отмечу этот праздник. Спасибо. Ну, для меня всегда была свобода. И я думаю, что в холостяцкой жизни тоже есть свое такая изюминка, скажем. Это свобода. Никаких минусов и никаких плюсов. Холостяк – это холостяк, семейный – это семейный. У каждого своя жизнь. Свобода. Можно делать все, что хочешь. Никто за тобой не следит, не написывает, не названивает. Все. То есть минусов нет? Вообще нет. Никому готовить не надо. Никому стирать не надо. Ну и вообще как-то... Иногда даже если взгрустнется, так уже никто тебе там в жилетку плакаться не будет. Только сама себе раз-раз, все быстро.